В пятницу, 8 июня, в первой половине дня президент Рауль Хаджимба представил коллектив Абхазского драматического театра Надара Чанба, назначенного в качестве генерального директора. Такой должности в штатном расписании театра не было, но в связи с разногласиями между директором и художественным руководителем было принято решение учредить должность, которая бы объединяла творческое и управленческое направление в жизнедеятельности театра. Однако этот факт вызвал недовольство многих членов коллектива, и они подготовили заявление, объяснив, почему против нового назначения. Правительство Республики Абхазия во главе с президентом Республики Абхазия Хаджимба Раулем Дзюковичем осуществляют планомерное уничтожение единственного в мире Абхазского государственного драматического театра. Сегодня было озвучено решение правительства о разделении Национального театра на три различные труппы, превратив его в коммунальную квартиру в самом худшем смысле этого слова. Под предлогом объединения коллектива создаются все предпосылки для геноцида Абхазского театра при активной поддержке вышеназванного Хагба Кесоо и советника президента по культуре Зонтария Владимира. Просим всех здравомыслящих и неравнодушных к судьбе единственного и главного национального театра Абхазии помочь остановить процесс превращения его в стандартную проектную шоу-площадку. По мнению актера, власть пытается превратить театр – колыбель национальной культуры, в коммерческое заведение. И вместо того, чтобы оказывать поддержку, упрекает в нерентабельности. Ни кабаре, ни картабалет не может быть. Если хотят коммерческий проект, пожалуйста, есть другие здания. Но явно дать нам сказать, стукнуть кулаком, что вы не можете зарабатывать деньги, мы научим вам, как зарабатывать деньги. Вот мы назначили вам человека, он будет зарабатывать деньги. Вот как нам сказать. Мы с этим не согласны. Актеров расстраивает сравнение с русским театром. По их мнению, два творческих учреждения находятся в разном положении. У Русдрама более обширная публика, и поэтому театру легче выживать и привлекать зрителей, говорят они. У абхазского же театра совсем другая задача и смысл существования. У русского театра всегда есть свои перспективы, потому что у них они могут взять любой материал, им не надо его переводить, им не надо его. Любого актера они могут пригласить откуда угодно, даже со всего края России. Но у абхазского театра есть другие моменты. Они должны иметь свои кадры, они должны воспитывать своих кадров, они должны их... Без абхазского языка абхазский театр не существует. Однако у Министерства культуры совсем другое мнение на этот счет. По словам Эльвиры Арсали, реструктуризация в сфере управления театром приведет к его более эффективной работе. Надар Викторович со своим колоссальным опытом работы в разных коллективах, творческих коллективах, я уверена, сможет все силы, которые сегодня есть в театре, это и творческий ресурс, и технический, и административный, собрать на общий результат. И это было самым главным таким критерием для комиссии, которая выработала такое решение. Батал Кубахи уверен, что нет кандидатуры лучше Надара Чанба на роль управленца в Абхазском драмтеатре. Вся его творческая деятельность говорит об этом. Я думаю, что и года не пройдет, и вы в этот театр придете совершенно с души. Я бы не стал его сравнивать с русским театром, там свои успехи, свои задачи, свои, как бы это сам, это совершенно другой театр. Это Абхазский театр. Это, пожалуй, самый главный институт культуры в нашей стране, которому надо дать новые импульсы. И это может только человек не из среды этого театра, который 30 лет варился вот в тех проблемах, о которых мы говорили. По мнению Надара Чанба, театр должен работать шире. В нем должна быть детская труппа, которая воспитает не только новое поколение актеров, но и зрителей. Он уверен, что одной драмой в театре ограничиваться не стоит. Можно ставить и шоу. Но руководитель заявил о готовности вывести театр из кризиса и сделать его популярным. Поэтапно мы должны, как творческий коллектив, показывать разные варианты творчества, да, разные варианты творения. Вот такой спектакль, вот такая трактовка, вот такой концерт. И в итоге в комплексе, вот как у нас две руки, ну, 10 пальцев, да, ну, они все нужны. Точно так же должен работать любой творческий коллектив.
Что касается опасений коллектива по поводу новой штатной структуры и возможной новой политики театра, то, по мнению Надарычанова, работники имеют право быть недовольными, но не могут активно протестовать и надеяться на продвижение своих интересов. Учредителем государственного театра является государство в лице Министерства культуры. Министерство культуры, государство оплачивает труд работников театра, которых оно нанимает на контрактной основе. Они имеют право делать предложения, вносить предложения, скажем, работникам театра, в том числе дирекции и так далее, по творческим вопросам. По словам министра культуры Эльвиры Арсалия, решение назначения Надарычанова на должность генерального директора Абхазского театра драмы принято и обсуждению не подлежит. Марианна Котова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.